Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. И сегодня мы погоняем с Амнямом. Вамням погоня. Вышло новое обновление, не знаю, давно ли добавили здесь мультиплеер. Но вот появился. В общем, он здесь действительно классная вот новинка. Смотрите, какой здесь забег. 100 человек бежит одновременно. Можете себе такое представить. Так, вот я тут такой с чубчиком. Только подождите, мне нужно понять, как здесь мне куда, что делать. А главное... Ой-ой-ой. Блин. Главное было не врезаться, да? Нет, спасать меня не нужно. Получается, вот я 0,4 километра пробежал. Можно монетки увеличить. Нет, еще раз. Просто управление немного не подстроился. Это даже не королевская битва, вот там 50 человек, да, или сколько-то участвуют. О, все, управление строил, нормально. Теперь это именно королевский забег. Так, стоп. Ой! Ой-ой-ой-ой. Сразу так вот меня вляпали. Ай-яй-яй-яй, как же так? А как и к любой другой бегалке, нужно к этой привыкнуть. Тем более я как-то записывал ее на широком экране, но вот она не очень там все получается эстетично. Ой. Ого, ого. Ого, я перепрыгнул так. И опять перепрыгнул так. Здесь нужно аккуратно. Ой, а куда я? А, квалифицирован. Ну я походу врезался. А куда я врезался, я так и не увидел. Вроде же нормально все бежал. Ну ладно, переходим до второго этапа. Это уже прогресс, то есть... Вначале я в первом врезался, то есть здесь тоже 100 человек во втором этапе, то есть те, которые прошли первый, да? А вот смотрите, как они сюда забегают все, да? Оп. Нужно как бы следить за тем, что делают остальные. Ай-яй-яй-яй, ну как же так? Нет, не вбежал. Вроде бы ничего сложного. Монеток немного больше, какую-то медальку мне дали, вот. Ого, Х2. Видите, уже больше расстояния намного. 4 медальки. А, хотел просто зайти попроходить всякие миссии там, но вот увидел этот забег. Бешеный просто. Захотелось в нем поучаствовать. Видите, как они открываются вот так неожиданно, да? Лучше, мне кажется, главное, чтобы здесь в самый неожиданный момент... Ничего не исчезло, вот как бы. Ой, да ну как же так? Вообще пока не мог сориентироваться. Никогда не думал, что бегалка может быть такой непривычной и сложной сначала. Да уж. Ну ничего, мы ее разбегаем, раскусим. Вроде бы смотришь, все просто. Просто столько много вот впереди. И опять. Да как же так? Вообще сразу. Слишком много амнямов. 100 человек, вот этих вот 100 амнямов. Не успеваешь вот вообще следить, путаешься. Исходя из вышесказанного, я думаю, что вот чем дальше ты бежишь, тем по идее должно быть легче. То есть меньше народу, больше внимания. Так, аккуратненько. Лучше перепрыгнуть. Лучше не рисковать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как же она поднялась так высоко? Ха. А, я квалифицирован. Видели, 29 место. Ладно. А теперь нужно в топ-25 забежать. Ой-ой-ой. Еще пока карты изучишь, пока поймешь, что в них там как. Так, все бегут. Сюда и я. Сюда побегу. Ой-ой-ой. Так, лучше здесь перепрыгнуть. Ай, блин, нужно было на батут прыгать. У меня 53 место. Ладно. Ну, это слишком сложно. Видели, там все зажало со всех сторон меня. Там 29-е, тут 53-е. В теории можно вообще первые места занять, все три забега. Что ж тогда будет, интересно.
Но пока у меня такой цели не стоит, там, занять первое место везде, в трех забегах. У меня цель стоит банальная, то есть хотя бы дойти до третьего этапа. Так, что тут они? Ой, я прыгнул, хотел потом поднырнуть, а вот не поднырнул. Буквально 4 места не занял. То есть 54-е, нужно было 50-е. Разные карты, разная сложность. Но пока все очень и очень сложно. Вот это я еще не видел карту с пропеллером. Оп, так, отлично. Успею. А я просто пробежал. Видите, то есть мало того, что я квалифицирован, так дело в том, что можно бежать дальше. Ого. Ой, а я ее не видел. Обалдеть. Я уже смотрел вперед, как бы это забежать. Ладно, 33 место, и то хорошо. Но теперь карта будет посложнее. Все так сливается, непонятно. Вообще, хорошо, нужно прыгать на батуты. Ой-ой-ой. Так, аккуратно. И вот батут. Да, вот батуты, они, чтоб там ни было, они тебе помогают. Ой, ай-яй-яй, переместился сильно, видели ли, сместился, только на один раз больше. А так хорошо бежал, вот 46 место уже. Для второго этапа это для меня круто. Но уже немного лучше, согласитесь со мной, капельку-капельку лучше. Просто раньше такого не было, вот массового забега в Амняме. Да вообще, с игроками, я не помню, были же забеги живые или нет. Вот они... Я вот... Блин, они вот все бегут, я не вижу ничего по сторонам. Вот просто ничего не вижу. Ай-яй-яй. Нужно хорошо карту изучить, чтобы... Ну, как бы знать, где что находится. А, и не зависеть вот от этих всех игроков. Вот. Так, ого, блин, я думал, если батут, то я перепрыгну что-то, батут меня прям вот сюда вляпал, видели, сколько их там лежит тел? Да, конечно, обидно, меня, конечно, пока это не раздражает, ну, сам понимаю, что я, в принципе, виноват в этом, не игра такая сложная, просто я пока ее еще не изучил, вот так. Но вообще, вот все-таки с батутами идея правильная. То есть нужно просто... Просто быть внимательным. Ой, ой. Так, вот еще раз. О, квалифицирован. Отлично. Увидели, я прыгаю, я на месте. Ай-яй-яй. Тут нужно знать, где что, когда поднимется. Ну ничего, вот бы мне пройти хоть раз второй этап сегодня. Я не успокоюсь в этом выпуске, пока не пройду второй этап. Бог с тем третьим, там, наверное, в топ-10 нужно попасть будет, наверное, скорее всего. Ой-ой-ой. Я не понимаю, как здесь? Что делать? Оно постоянно все поднимается, я не понимаю. Блин. Карта жесть, честно. Что это за медальки? Блин, знать бы. А что это вообще за сундук вот это вот? А, это смотрите. Это типа как вот, ну, путь трофейный, да? Получаю вот еще что-то. И еще медальки получаю. А, это за расстояние, которое я пробегаю, видите? Вот, получаю кучу всего. А в конце можно получить какой-то скин или что. Так, ладно, пока гляну, что там за эти медальки дают. Вот пока вот выбран Амнямчик, да? А, можно его персонализировать. А за эти медальки, я так понимаю, да? А, вообще, вот смотрите, да, можно вот добавить ему чупчик за эту медальку. Либо такой хвостик. А можно глаза, как бы, да? Это вот
Там женский чисто. Либо что-то не сильно прям видно. Ой-ой-ой. Ладно, пока не буду. Так, а что еще? А что, у меня глаза остались, хоть я и нажал не менять? Трюки, конечно, можно улучшать. А, может, если улучшать трюки, то он будет лучше прыгать и в соревновании, да? Может, просто он пока у меня такой вот плохой. Так, подождите, я хотел... Кем я хотел? Открыть за 480. Амням X. Вот, я этим играл, да? Так, супер ням. Давайте я его... Вон, поулучшаю немного. У меня есть возможность денежная. Или много поулучшаю. Но это же, скорее всего, не в общем забеге, да? А ну-ка. А, так я его полностью сейчас улучшу. Раз такое дело. О, вот. Все, попробую. Как-то это повлияет на мои забеги или нет? А ну-ка. Интересно. Ну, я пока не чувствую разницы. Скорее всего, это именно в обычном забеге, не в соревновательном. Может, просто уверенности добавят именно. Блин. Ух, квалифицирован. Уже хорошо. Так, отлично. Сверху. Вот здесь я помню, да. Ай-яй-яй-яй-яй. И опять 33 место. Помните, было уже. Я, по-моему, в этом же месте врезался. Ну, ладно. Так, что здесь у нас? Ой. А, так тоже врезаться можно. Блин, я думал, я пробегу. Да что ж такое? Я не могу с этого всего. Честно, меня игра это убивает. Еще пару попыток, и я сдамся, честно. Не ожидал я такого сложного забега. Вообще, у меня королевские все эти битвы, типа... Не сильно получается прям играть. Как-то вот не знаю. Может быть, из-за эмулятора, вы знаете, оно же тоже как бы влияет. Ой. А-а-а, ну я квалифицирован. Ладно, хорошо. Хотя такой карты еще не было, да? Фух. Так, ладно. Ну мне да хотя бы глазком дойти до третьего этапа, вот посмотреть там, сколько дадут за это чего. Но легко сказать, а сложно сделать. Так, здесь, во-первых, прыгнуть нужно. Ай-яй-яй! Ну, блин. Я не успеваю за этим всем следить. Кто уже играл, скажите, действительно так сложно, как мне кажется? Или это просто мне пока не везет? А вот именно физика игры этого бега вообще отличается полностью вот... от... того же самого Том Бег за золотом. Ой. А куда я, куда я, куда я, куда я? Ай, сместился поздно. Ну видели, 49 место. Во-первых, здесь 5 полос, то есть не 3 как бы, да? Я думаю, если было бы 3 полосы и 100 человек, это было бы, конечно, чересчур сложно. Фух, ну вот... В остальном, ну как-то я вообще, вроде ж бегалки подобные много очень играл. И, в принципе, ну, получалось, скажем так. Опять меня обманули. Ну, никак. Так, ладно, сейчас последний раз бегу. А если не получается, ну что ж, ну не судьба. Буду пытаться тренироваться. А потом в будущем...
Буду пробовать. Видите, они... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вообще, ну как? Вот я не пойму, как он двигается. Я нажал раз, чтобы он по центру сместился, а он сместился аж в две стороны. Но это короткий был забег. Поэтому еще один маленький, быстренький. Ну, просто не пробежать даже первый этап, это уже несерьезно. Ладно, там я второй не пробегаю. Это еще куда не шло. Так, в чем же здесь секрет? Ага. Успею. Да, успел, хорошо. Ну, а... Не достиг. Залипательная игруха, не могу остановиться. Хочется бежать и бежать и бежать. Обычно в игре, если ничего не получается, хочется ее бросить. А здесь хочется наоборот, чтобы получилось. Смотрите, какие высокие эти вот штуки. Блин. Знать бы, как они. И куда они. Раз. Вот, видите, как... Ай, ну почему? Ну почему я ж не приземлился? Видите, я лишний раз сместился. Так хорошо по ним прыгал. Как-то вот слишком здесь, кажется, это касание вот... Как-то, не знаю, как сказать. Чувствительное. Говорил 5 минут назад, что последний забег, но вот пока еще не последний. Ну и судя по количеству вот именно... Вот этих... Блин... Которые врезаются, не один я такой. А попробую сейчас управление мышкой, потому что я вот на клавиатуре пробую на стандартных клавишах, как обычно я бегаю в томе там и так далее. И может вот она мне как-то чуть-чуть... ну, подставляет меня, может... Может как-то чуть-чуть плохо реагирует там или что. Вот уже квалифицирован, хорошо. О, забежал даже. О, отлично. И вот здесь я уже сколько раз врезался. Ну, сейчас 31 место, это пока мой рекорд. 33 было, 31 еще не было. Если ты сразу сместился, так и начал прыгать по центру, оно поднялось. Я уже не смог сместиться дальше. Так, по-прежнему пробую. Все-таки на мышке. Допрыгнул. Допрыгнул. Ой. Батут. Опять батут. Вот здесь это врезался, помните? А почему я сейчас не сместился? Я засмотрелся. Ой-ой-ой. Так, что там, есть какой-то приз у меня? Вот здесь, видите, показано, что он есть. 10 тысяч монет получил. И уже близок я к этой маске. Вот такие вот пироги. Ну что ж, друзья, ладно, все-таки пора закругляться. Можно тут сидеть, кажется, до вечера. Кто не играл еще в эту игру, рекомендую. Конечно, немного она нервная такая, но классная, интересная. Это я только по одному режиму вот прошелся, по мульти этому режиму. Но здесь много еще всего интересного, обязательно рассмотрю это в наших следующих выпусках. А на сегодня я с вами прощаюсь. Если вам нравится, амням наши летсплеи, поддержите очередное видео своим лайком. До новых встреч, пока-пока.